навстречу идет сразу. Ты все уже ложишься, чтобы тебе брюхо чесали? Ты хоть подошел бы ко мне, а? Гудька, я ухожу, пока-пока. Волчара моя. Здравствуйте, здравствуйте. Все, теперь ты здесь один? Ребят твоих пересадили? Да, мальчишка. Да, большой мальчик, он почти по пояс. Ну, не по пояс, конечно, но я думаю, он брана перерос уже, наверное. Да? Да, такой слоненок. Слоненок. Что, пузо чесать будем? А? Пузо чесать будем? Тогда ложись. Ложись, чтобы пузо тебе почесали. Пузя, пузя, пузя. Куй-куй-куй-куй-куй-куй. Тут прям вообще. Да, ласкуша, ласкуша. Вот. Это на стандартные почесуши для вот этого котенка. Котенок, пойдем. Все, пойдем, пойдем, пойдем. А мы сейчас в город котят отвозить. Да? Бумс, все. Опять чесать вот эту морду надо. Такое, такое ласкусло. Слоник, все, 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 хватит. Хорошего помаленьку. Да. Смотрите, Орловских выпустила погулять. Наши сейчас покормлю их, попозже выпущу, когда этих заведем. Они просто кованые, я побаиваюсь их отпускать вместе, чтобы, не дай бог, пока разбираться будут, копытом не прилетело. Вот видите, как они между собой тоже периодически. Хотя они дружат, они знакомы. Сейчас подружатся. Что, он не ест сено? Хрюни? Давайте сейчас вблизи засниму, насколько они большие. Покажем вам. Груша, по-моему, выше. Хотя, может быть, они оба примерно одинаковые. Сейчас. Это кто тут сидит? Это Василиска тут сидит. Соскучилась? Ням-ням-ням-ням-ням. Ом-ном-ном-ном-ном. Такая кусака, кусака. Кисуля, игруля. Но она не больно кусает, очень аккуратно. Да. Ты аккуратная девочка. Любимка моя. Ты моя любимочка. Вот она какая. Ай. Да, ты такая хорошая. Ты что такое? Так, ну что, мамочка, у нас осталась одна. Хрумкает корм. Не знаю, скучает по деткам, не скучает. Так. На стерилизацию договорились на 3 число, в среду. Вот, всех трех кошек повезем. Попросили каждую в переноске, а еще этого соседского пса. Не знаю, думаю, Громом пускай зовут. Напишите, нравится кличка Гром или нет. Вот. Ничего себе, наш рычит. Пока кушает. Мышка прискакала. Привет, мышка. И пуделяшки здесь. Желтоглазая пантера. Ты пантера? Пуделяшки, пуделяшки. Это сегодня получила от кошки. Я когда лоток убирала, она заскочила, а кошка ела как раз. И она ей как оплеуху прописала вот этой пухле. Да? Получила от кошки сегодня. Малышка. Вот, а вот-то. Вот это вот должна ехать 31-го к своим хозяевам. Динозаврик такой. Слоненочек. Тише, тише. Выбьешь камеру у меня из рук. Вот. Здесь пудели кушают из миски. Тоже корм насыпали им. Какой-то запеченный корм взяли. Едят с удовольствием тоже. Маленькие уже грызут во все. Топонка. Мыша, да, мыша?
Похоже так на того черного кота, но говорю, у него точно нету Фаберже. И уже давно, поэтому она не его дочка. Видимо, где-то еще черный кот ходит, раз она как-то получилась. Пантера. Тынь, упала. Упала. Привет, кисуля. А киска вот здесь вот обычно спит. Девочку погладим. Интересно, сколько ей лет? Мне кажется, уже взрослая кошка. Если не старая. Мурлыкает. И рычит. Пикси уши так смешно завернулись. И ты как это сделала? А? Лопоух. Пикси? Что с твоими ушами? Это твоя новая прическа? Такая лохматая. Тинс, тинс. Все, вот она. Надо вот этой малышке еще придумать имя. Ее оставляем. Кудряшка. Может, ты будешь Кудряшка Сил? Посмотрите на это чудо-ангелочка. Такой. Такой гном. Гном-гном. Кудрих, кудрих, кудрих. Пиксик, привет. Это вторая девчонка пришла. Напомню, кому интересно, эта девочка еще ищет владельцев. Сейчас покажу ее. У нее такая моська тоже. Тюнь. Вот это вот ребенок ждет владельцев своих. Вот этот ребенок все еще ищет владельцев. Вот это вот вторая девочка. Присмотритесь тоже, кому нравится. Ай, Пикси, ты мне сейчас откусишь палец. Я покажу детёну. Тяжеленькие уже такие стали. Неудобно держать рукой. Вот так вот. Ва. Такое вот чудо-юдо. Посмотрите внимательно на эту красоту. А ты чего бухтишь, охранник? Все обои нам сожрали собаки вон внизу. Божечки, какое чудо! Набесились и спят. Такие все вместе. Маленькие засели. Ой, кто проснулся, потянулся тут. Блин, эти меня сразу облепляют. Неудобно снимать. Колобочки. Всем, всем сразу все надо. Ну, тихо, 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 спи. Ладно, разбудила вас, несчастных. Вот она, да, покажись. Чуть курошка, вот ребенок. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Покажись, мамочки. Мамочки, покажись такой. Вот, 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 вот. Это Катюня, это Катюня. Иди, Катя, 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 Катя. Мартышка. Пойдешь? Вот, вот, вот.
Привет, 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 привет. Китюня, китюня, китюня. Посмотрите, как она близко подходит. Знает, что сейчас вкусненькое принесут. Вот. Она все время раньше здесь жила, сейчас только сюда на ужин приходит. Вот. Подкрадывается жопка. Вот это я сейчас дам поесть. Здесь рубец, форелевая голова и фарш куриный подваренный. Так, где она тут только что была? А вон она сидит. Видите, да? Блин, конечно, надо хорошую технику, камеру. Сейчас уже сумрачно, ее не видно. Ой, как. Все из-за плохой камеры. Ладно, здесь канал будет развиваться. Смогу записать получше. Красивые кадры для вас. Ладно, сейчас пойду отнесу ей еды. Сейчас встану, она побежит. Гулёна, я тебе кушать несу. Я сейчас к этой к ловушке поставлю, пускай приходит. Видите, сюда уже не заходит, все она. О, пускай поест. Я вот сюда вот поставлю, пускай отсюда кушает. Потом курицу поставим какую-нибудь. Я думаю, здесь вот. Так, ну, как я и предполагала, в ловушку она не зашла. Даже за курицей. Это все говорит о том, что она уже раз попалась, ей было сложно выбраться, а после того, как выбралась, она уже, конечно, просекла, в чем подвох, и уже не заходит. Вот очень умные. Теперь, блин, проблема. Другую ловушку какую-то надо будет делать, я так полагаю. Так, а еду? А еду все утащила, съела. Так. Вот, да, сюда она даже не заходила. Вот. Ну, курочка зато цела невредима. Сейчас отправим ее к своему, не знаю, стаду или кто у них там в группе. Вот видите, надо, в общем, если кто знает, какие есть способы поймать шакала, кроме петли и капкана, предлагайте. Ну, может, какие-то другие конструкции ловушек, еще что-то такое есть в идеях. Буду ждать. Но она, говорю, она уже умная, она в кошколовку, возможно, попала. И потом просто из-за того, что металась в ней, перевернула. А когда перевернула, уже, возможно, смогла открыть. Вот. А может быть и нет, не знаю. Может, просто она не успела зайти полностью. И когда дверка начала падать, она выскочила. Такое тоже может быть. Ой. В общем, ребят, если есть какие-то идеи, какие-то вот прям классные, чтобы поймать бегающих шакалов хитрых, то буду ждать в комментариях. Ну что, курочку отнесем домой. Погуляла и хватит она. Да, курёна. У нас папа там достраивает опильник. Не знаю, сегодня успеет, не успеет. Ну что, как тут наша пленница? Привет, девчонки. Так, вам надо лоток поменять и корм еще насыпать. Чего вы рассыпали? Напугал вас кто-то, да? Корм рассыпали. Ладно, сейчас еще покормлю их. Если что, себе этот черный кот придет, поест. Да, девчонки, тише, тише. Ой, как боятся сразу. Сейчас, девочки, припевочки. Все, не бойтесь, это еда. Еды. Так, и воды надо налить. Минуточку. Так, сейчас. Так, ну что, малышки. Тише, давайте только корм не рассыпать и опять, ладно? Сейчас вам воды поставлю. Не бойтесь.
Интересно, как вас в переноску потом сажать с крагами? Вы еще больше напугаетесь, да? В идеале было бы их приручить, чтобы, если даже выпускать, хотя бы раз в 3 месяца обрабатывать отблок листов и вакцинировать раз в год. Потому что, честно, бешенство боюсь, не дай бог занесут. Вот. И эти... Ну, блохи тоже как бы неприятно, да? То есть, когда их нету, их и нету. А когда кто-то постоянно разносит, это не очень хорошо. Девочка. Девочка. Другая спряталась. И она там за домиком сидит. Ладно. Так, все, котенок сел. Лили, не волнуйтесь, доедет хорошо до вас. Я думаю, вот, ну все в порядке будет. В общем, мальчик в дороге. А 2 числа должен быть во Франции. Встречайте. До свидания.